Добрый день, уважаемые друзья. Я сегодня вам хочу рассказать просто о уникальном бизнесе, который есть у нас в Украине. Во-первых, это мировое достояние, потому что со всего мира приезжают пациенты. И я вас знакомлю совершенно с новым направлением, которое мы сейчас разрабатываем. Это медицинский франчайзинг. И вот одна из соавторов этого медицинского франчайзинга, моя уважаемая клиентка и подруга Виктория Веклыч. Если можно, чуть-чуть расскажите, где мы и что мы вообще делаем. Здравствуйте! Добро пожаловать в медицинский центр Ladisten Clinic. Мы здесь занимаемся ортопедией и травматологией. У нас есть свои методики. Мы равняем ножки, увеличиваем рост, делаем операции на тазобедренных суставах деткам. Поэтому спектр широкий. Используем свои только технологии. Это наши аппараты. Выглядят они приблизительно, если говорить о коррекции, вот так. И по этой технологии мы разрабатываем с Аленой Яремчук франчайзинг. И в этом направлении будем двигаться дальше. И планируем обучать иностранных врачей у нас здесь в клинике для того, чтобы в мире широко могли использовать наши уникальные технологии. Так что вот так кратко о нас. Также у нас есть просто невероятный проект. Это медицинский робот, потому что франчайзинг можно делать как с помощью физических рук врача, так и, в принципе, сейчас очень развита робототехника, и мы ищем команду робототехников, которым интересно было бы с нами посотрудничать. Я хотела бы чуть-чуть показать детали и нюансы. Вот такое, вот такие результаты. Видите, какие красивые ножки у людей. То есть бывают разные случаи. Бывают достаточно невероятные случаи, и вот такой вот результат, и это уникально, потому что этим занимается доктор Веклыч Виталий, и этой клинике и этому направлению больше 27 лет. Клиника находится у нас в Киеве. Со всего мира приезжают люди. Огромное количество, видите, разных конференций, на которые были представлены работы. И это реально такая мирового уровня проект. Вот здесь мы видим врача, который этим всем занимается. Огромное количество всяких сертификатов, грамот и разных направлений. Если можно, чуть-чуть расскажите, у вас тут сколько врачей, и чем вы занимаетесь, и где вы находитесь? Мы находимся в Софиевско-Борщаковка, улица Лесная, 97. У нас здесь два профильных врача. Это Веклыч Виталий Викторович, который организовал 27 лет назад эту клинику. Я его дочь, ортопед-травматолог, его ассистент. У нас есть анестезиолог, есть детский педиатр, который ведет деток, если в этом есть потребность. Если заболевает ребенок на территории нашей клиники какими-то другими заболеваниями, есть возможность его полечить. У нас есть пластический хирург, мы работаем с круропластикой, убираем рубцы после операции, если есть. Но, к слову, наши операции – это малоинвазивные методики, которые не влекут за собой разрезов. Мы делаем это все малоинвазивно, бескровно. Единственное, что когда идет удлинение бедер на 18 сантиметров и более, то там просто рвется ткань, и ее нужно потом делать пластику. У нас сейчас работает пластический хирург, который это все убирает. Я знаю, в разговорах, когда мы общались, у вас есть результаты до 30 сантиметров, да? Да. Увеличение. Представляете, 34. 34 сантиметра. То есть, если есть необходимость, можно увеличить рост человека на 34 сантиметра. Я знаю, что вы едете сейчас в Америку на презентацию. Да, сейчас я веду переговоры с Америкой по поводу презентации наших методик. Есть форум по ахондроплазии. Это детки-карлики, которые не растут. И есть люди, которые организовывают конференцию, куда приглашают специалистов со всего мира, и нас туда пригласили, и каждая какая-то клиника, то ли это занимается увеличением роста, то ли же это какие-то медикаментозные ноу-хау, потому что в начале данное заболевание лечили гормоном роста.
Сейчас от него все чаще и чаще отказываются, потому что результатов нет, и прибегают вот к такому как бы природному способу удлинения. Поэтому я вот еду туда, сейчас пока ведем переписку, как это будет, что это будет и какие от нас нужны будут материалы. А в июне месяце я полечу в клинику в Кливленде, рассказывать тоже о наших методиках. Ну и вкратце можем также рассказать, что необходимо, если у вас есть такое желание купить франчайзинг, если у вас есть клиника, которая готова также заниматься подобными вещами. Это международный франчайзинг. Идея в том, чтобы продавать такой франчайзинг в других странах. Вы можете за 100 тысяч купить 10 аппаратов, и ваш врач проходит здесь обучение, после которого возврат инвестиций, ну, считается 4 месяца. Я не знаю, какой бизнес может так быстро вернуть деньги, но это один из самых уникальных и интересных франчайзингов. Поэтому, если кому-то интересно, обращайтесь, мы с удовольствием вам расскажем, покажем, ну и будем рады сотрудничать. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.